мобильки. Но при этом, кто к нам приходит, именно пограничники действующие или как бы... Знаете, песни из цикла «Когда мы были молодыми». Backstreet Boys. Качаем! Сейчас вырубят эфир. У этих ребят все очень жестко с авторскими правами. Привет-привет всем. Здрасте. Да. Привет, Белгород, здрасте. Привет. Хакасия, всех вижу. Всем привет большой. Да. Ну, у меня сегодня закончились съемки на Березовой роще. Был крайний съемочный день. Знаете, тот прекрасный день, когда ты с утра до обеда, а потом свободен. Вот. Расставался с ощущением, что ненадолго, потому что, ну, мы сняли, получается, два блока первого сезона. Посмотрим, если, как говорится, зайдет и будут рейтинги какие-то такие приличные, то не исключено, что мы будем снимать продолжение. Ну, понятно, что это как бы настолько зыбкое предположение, но тем не менее. Мужчина категорически приветствует. Как? Все нормально? Я понял. У меня эфир, извини. Пока. Удачи. Встретил папу. Папу, короче, боевой подруги сына в классе. Ну, там они дружат, там у них такая. 3-4 их так друга, которая как бы, да, и девчонка у них. И такая девчонка нормальная, как пацан. И вот встретил папу, не мог не поздороваться. Вот. Так что так. Привет, Адыгея. Привет. Да. Оренбург. Вижу. Да, здрасте. Так что вот такие дела. Закончил. Хорошая была группа съемочная, хорошая была команда актерская. Очень много главных героев. И у каждого своя линия, эти линии переплетаются с другими героями. Посмотрим, что получится. Честно скажу, снимали немножко в спешке. Так, а что у нас тут такое? Снимали немножко в спешке. Знаете, это когда начинают, продюсеры немного экономить, понимаете, и сокращают, допустим, там, ну, смены съемочные. И бывает, не хватает времени для более качественной работы. Меня это так бесит, если честно. Ну, знаете, вот когда день-два тебе для твоего кармана ничего не решит. Зачем ты? Зачем ты, как бы, вот, ну, получается, прессуются сцены, снимается все быстрее. От этого где-то какие-то нюансы теряются. И в результате получается такая, знаете... Ну, неровная такая, где-то небрежность такая по сюжету. И я вот, честно говоря, я так переживаю каждый раз по этому поводу. Меня как бы так вот это все немножко раздражает. Я делаю все, что я могу, как говорится, да, в смысле, в профессиональном плане. Но бывает, что просто иногда катастрофически не хватает времени. Надеюсь, что это не особо отразится на качестве материала. Потому что я всегда говорю, что ребята плюют в экран, говорю, в котором, говорю, мое лицо. Не плюют, говорю, в продюсера, которого никто знать не знает. Даже не плюют в режиссера, которого только там в титрах написано, кто снял.
говорю, плюют в нас, актеров, понимаете? В результате, говорю, плохие, говорю, актеры получаются. Я говорю, товарищи, я уже не в том положении, не в том возрасте, чтобы делать фуфло. Так, твою. Это ехать, знаете, это перестроиться через два ряда, подрезать два ряда, вот, потому что ему резко вдруг надо было остановиться. Никогда не понимал таких людей. Да. Сегодня хороший денек. Да, слушайте, сегодня в Москве 21 градус. Вот. С утра вышел, пока ждал машину, знаете, было такое полное ощущение, что на улице не сентябрь, а какой-то такой, знаете, май месяц, так, или конец апреля теплого. Сынок нормально поживает. Выходные у него были. Вот. А завтра в школу. Учится, как он поживает. У него... Мальчик стать актером. Кому обращаться, чтобы мальчика заметили? Ну, не знаю, кому вам обращаться, чтобы мальчика заметили. Вот. Хочет мальчик стать актером или вы хотите, чтобы мальчик стал актером? Две большие разницы. И очень важно, чтобы ваше желание и у него, и у вас совпало. Вот. Но для начала найдите какую-нибудь, ну, в школе, во-первых, какой-нибудь театральный кружок. Желательно, чтобы его вел хотя бы человек, который имеет, ну, хотя бы, знаете, как говорится, закончил культ просвет училища по классу, организация праздников там каких-то и так далее. Хорошо было бы, если бы это был какой-нибудь актер, пускай даже неизвестный. Потому что я вам так скажу, что всегда хорошими педагогами были актеры, которые... не очень хорошо, у которых не очень хорошо сложилась карьера. Вот правда, я вам серьезно говорю. Или же поищите у себя в районе где-нибудь рядышком, может быть, есть какая-нибудь школа для детей актерская. Это довольно-таки сейчас распространенная история. Мои коллеги в таких школах, на таких курсах работают педагогами. Педагогами. Этого абсолютно будет достаточно для того, чтобы ребенок себя попробовал в этой, ну, как бы шкуре актерской на своем уровне, да, и дальше стало понятно, есть ли ему смысл, скажем так, портить свою жизнь. Ну, если не попрет, то смысл, как бы, да, ему идти в актера, это значит, ну, закончит, и что, актером хорошим не станет, будет средним, средних актеров в стране у нас очень много, вот. Будет просто очередным средним. Поэтому подойдите к этому, знаете, как к бизнес-проекту. При том, что отдавайте себе отчет в том, что может ничего не получиться. Но всегда пробуйте. Всегда пробуйте. Никогда не надо по умозаключениям делать вывод. Попробуйте. Тогда хотя бы, ну, у вас будет чиста совесть. Дайте ребенку попробовать. Может быть, он скажет, мам, это какая-то ерунда, я не хочу, я попробовал, мне неинтересно. Тогда и у вас будет совесть чиста, и он про себя кое-что поймет. Вот примерно вот так действовать. А дальше, если, ну, там, у мальчика все будет получаться, ну, смотрите, выбирайте тогда какой-то театральный вуз или училище. Не обязательно в Москве. У нас по стране есть прекрасные театральные вузы. Вот. Он может там закончить. И дальше уже с театральным образованием, будучи, например, ну как бы там, не знаю, если там вы в Москве живете, вообще шикарно. Если вы живете в каком-то другом городе, посложнее, но тем не менее. Вот примерно так. На выборы пойдете? Ребят, по поводу выборов я вам сейчас так скажу, как есть на самом деле, чтобы все понимали. Потому что наверняка здесь есть и люди, которые там, скажем, живут в Орле, Орловской области. Ребят, я иду по списку в Орловской области, в областной совет народных депутатов. Я списочник. То есть я иду конкретно за депутатом-одномандатником. Если он проходит, я прохожу за ним. Все, вот так примерно. Я просто, ну, не пошел одномандатником, мне хватило 16-го года, точнее, 16-го года. Ну да, 16-го года мне хватило... Ну, я бодался с одними из самых серьезных кандидатов на тот момент, да и, наверное, и сейчас тоже. Бодался, ну, если не на равных, то достаточно, так скажем, относительно успешно. Но победил он, потому что, ну, он, во-первых, как бы, ну, скажем так, у него и ресурсов побольше, и все-таки у него за плечами довольно-таки серьезный, большой
срок депутатам и так далее. Я понимаю людей, они, каждый исходил из своих соображений отдавать голос за него или за меня. Это как бы личное дело каждого. Ну, он победил. Сейчас я иду списочником. Пройду, не пройду. Ну, значит, все не мое, тогда, значит, буду что-то другое там думать. Хочу попробовать, слушайте, это примерно вот как я сейчас говорил про мальчика. Я хочу попробовать. А вдруг получится? Вдруг это мое второе призвание? Почему нет? Я всегда интересовался политикой. Мне всегда было не все равно, что происходит в стране, как живут люди и что я лично для этого могу сделать. Правда, говорю как есть. Я хочу попробовать. Получится? Прекрасно. Значит, у меня начнется какая-то вторая жизнь. Не получится? Ну, хорошо, значит. Но я хотя бы попробовал, знаете. Это у меня любимый фильм. «Пролетая над гнездом кукушки». И там есть сцена, когда МакМерфи в душевой пытается сорвать такую тумбу бетонную для того, чтобы ней выбить решетку и убежать. Естественно, у него не получилось. И все как бы там вокруг стоят, смеются. А он говорит, а что вы смеетесь? Говорит, в отличие от вас, говорит, я хотя бы попробовал. И это вот мой девиз. Всегда пробуйте. Всегда. Вот этим не надо решать. Решайте действиями. Приложите к этому душу, мозги и действуйте. А не просто сидите, думайте, получится, не получится. Не ковыряйтесь. Берите и делайте. Так что вот такие вот дела. Поэтому я хочу попробовать просто. Если я не буду справляться, я себя абсолютно честно сложу полномочия и передам другому депутату, как бы, и все. Я не буду сидеть там, что называется, держаться там за место и так далее. Тем более, что я иду освобожденным депутатом, то есть я не буду как бы получать там ни зарплату, там ничего. Возможно, это как-то отразится на моей пенсии, может быть. Но, ребят, я не собираюсь как бы, да, там, доживать до пенсии. Мне достаточно там 65-70 лет и дальше отправиться, как говорится, в путешествие по бескрайним измерениям нашей галактики. Так что в корысти в моем избрании нету никакой лично, вот верите? Ну, то есть, мне абсолютно вот просто интересно, смогу ли я. Но я слишком много об этом говорю, в конце концов, я же должен хотя бы попробовать что-то сделать, правильно? Многие говорят, не смогла, но я попробовал, а те, кто меня обсуждал, так и сидят дальше. Ну вот видите, я говорю, что всегда пробуйте, никогда никого не слушайте. Ваша жизнь одна, вы как бы хозяева, понимаете? Вы поймите, вы тот единственный человек, который с вами с рождения и до смерти. Понимаете, вы сами с собой в каждую секунду жизни, радости, печали и так далее. Любите себя, давайте себе возможность попробовать то, что вы хотите. Не слушайте никого. Нет, ну послушайте папу с мамой. Просто, вот единственные люди, к которым можно прислушаться. Может быть, не сделать, как они говорят, но прислушаться стоит. Потому что папа с мамой – это два человека, для которых вы самое дорогое существо на этой земле. Так же, как и ваши дети для вас самые дорогие. Поэтому прислушайтесь, но всегда делайте то, что вам хочется, что сердце велит. Только сердце. Не остальные части тела. Мы люди взрослые, вы понимаете, о чем я. Да. Спасибо, пожалуйста. Долгих лет жизни. Вы знаете, у меня свое отношение к жизни, к долгим годам, к старости и так далее. И тут как бы, ну, спасибо. Спасибо, но я уже для себя уже как бы, ну, в смысле, решил уже все. Папа, а вы знаете моего папу? Папа, у меня по отцовской линии все долгожители. Так, а что происходит? Так, лучше постоять. Знаете, всегда, когда перекресток какой-то и горит зеленый свет, и я понимаю, что впереди пробка, я всегда стараюсь остановиться так, что если вдруг загорится красный для меня, чтобы остальные машины могли проехать.
Спасибо большое за советы. Да я вас умоляю, они же бесплатные. Что значит это? Похороны Бельмондо, ну не то чтобы я смотрел, как бы, я знаю, что умер, я знаю, что это великий французский актер, даже, наверное, актер как бы мирового класса и значения. И понятно, что я в детстве и в юности смотрел практически все фильмы с его участием, потому что французский кинематограф был достаточно, ну как бы, популярен в Советском Союзе и вообще в целом, да, вот. Да, но уходят вот эти вот, знаете, метры кино мирового, французского. Вот смотрите, остался Пьер Ришар, Бельмондо и кто еще? Ну, из таких вот актеров, кого мы знаем. Да, наверное, этот еще, как его? Пьер Ришар, Бельмондо и еще кто-то из французов. Сейчас не могу вспомнить. Кто-то еще. Еще кто-то живой. Но тоже все уже, знаете, как говорится... Дай бог им долгих лет жизни, но не сегодня, а завтра, как говорится, могут покинуть нас. Почему жалко? Вы поймите, жалко, вот, это не жалко. Я сожалею о том, что такие люди умирают. Жалко, когда умирают молодые, там, допустим, да, там, 35, там, 40, 45, даже 50 лет. Это жалко. А когда умирают, знаете, как говорится... старики такие уже за 80, под 90. Ты понимаешь, что... Ну что жалеть-то? Это естественный процесс жизни. А, Депардье. Вот, да, Депардье еще остался. Точно. Да. Ален Делон, да. Но они одногодки там практически. Он тоже, кстати, такой уже совсем плохой. Вот. А вот когда умирают такие как бы старики, вызывает сожаление о том, что ну они еще чего-то такое ощущение, что не додали. Потому что, ну, такой опыт, какой есть у них, да, до него нам еще, как говорится, Бельмондо, мы говорим, ну все, давайте, короче, уже пошло уже это, не сбивайте меня. Вот. Юлии Разумовой привет передать? Ну, передаю привет, а что нет-то? Нет, ну хочется, чтобы жили всегда, ребят, ну вы же понимаете, что это сказки, ну... Я понимаю, да. Вот я говорю, что Ален Делон, Пьер Ришар, кто из них, потому что вот эти два, они как бы, ну, очень такие уже совсем, особенно Ален Делон как бы, а Бельмондо уже, да, упокоился с миром. Так что так, США передают привет. Спасибо. Мне тут на одной из, как бы, ну, там один комментарий был, когда я написал, что, ну, там по поводу 11 сентября, да, Депардье, ну, Депардье помоложе. Он помоложе, и он такой бодрячком, как бы, он такой еще, дай бог-то, вот. По поводу 11 сентября я написал, как бы, вы видели, мне не жалко США, мне жалко людей, которые погибли, да, потому что, ну, я, как бы, верующий человек, православный, и просто, что называется... По воспитанию мне жалко. Но мне не жалко США. Понимаете, есть такая хорошая поговорка, очень мудрая, что когда ты посеешь ветер, ты пожнешь бурю. Поэтому, когда мне начали там говорить про простых людей, там, типа, чем простые люди, я говорю, простые люди, это как, есть такой термин у американских военных, есть, когда они бомбят там Ирак, Ливию, Сирию, там, Югославию там бывшую, там, Хиросиму и Нагасаки. Можно до бесконечности перечислять. Потому что, ну, как бы, руки американского правительства, они не просто, там, по-моему, знаете, как говорится, только макушка не в крови, все остальное залито кровью. Вот. Я говорю, это сопутствующие жертвы. Ну, знаете, когда бомбят вроде бы там какой-то объект якобы террористов, а гибнут там тысячи, там сотни, там десятки там мирных жителей, стариков, детей, женщин. Они это говорят, разводят руками и говорят, ну, сопутствующие жертвы. Вот когда мне говорят про 11 сентября, я говорю, ребят, сопутствующие жертвы, а что вы хотели? Ну, а что вы хотели? Вот простые люди. Я говорю, послушайте, говорю, армия Соединенных Штатов Америки состоит из простых людей. Из простых американских парней, из простых американских семей, понимаете? Но, тем не менее, эти ребята нажимают на курок, понимаете? И убивают простого сирийца, иракца и так далее. И это хорошо, если хотя бы каждый второй террорист. Но, к сожалению, каждый восьмой, десятый террорист.
А вот эти 8 человек, это простые, ни в чем не повинные жители. Так что, когда мне говорят про 11 сентября, обзывают меня черствым и злым человеком, я говорю, посеешь ветер, пожнешь бурю. И я думаю, что такое мнение у большинства жителей этой планеты. Понимаете? Да, послушайте, они вообще даже не знают, какие теракты были у нас и кто вообще погиб. Я никогда не видел цветов и свечей у посольства России, допустим, там, не знаю, там в Вашингтоне или где там у нас находится посольство. Никогда не видел, понимаете? Мы для них люди второго-третьего сорта, понимаете? Трагедия, когда гибнут американцы, когда гибнут люди других народов и наций. Это всего лишь заголовок в газетах там американских. И все. Поверьте мне. Поверьте. Поэтому я говорю, что как бы вот так. Так что 11 сентября жертвы это сопутствующие жертвы просто. Потому что, а что вы хотели? А как? Убивать, бомбить безнаказанно просто для того, чтобы ваша нефть стала, чтобы ваш бензин стал дешевле там на 10-20 центов. Чтобы стал бензин в Америке дешевле на 10-20 центов, нужно было развязать войну где-то, понимаете, чтобы просто-напросто потом грабить откровенно эту территорию. Желательно, чтобы это были ресурсы. И это можно оправдывать там красивыми словами, там свободой слова, равноправием там каким-то и прочим бредом. В самой Америке этого нету. Мы все прекрасно видим. Ситуация с Трампом, с Байденом и вообще в последнее время нам показывает, чего стоит вообще свобода слова в Америке, права человека там и так далее, и так далее, и так далее. Как я говорю, вы знаете, газета «Правда» нам бессовестно врала. Все значительно хуже и страшнее в западном мире, чем она нам рассказывала. Бумеранг вернулся? О, поверьте мне, этот бумеранг только-только заходит на то, чтобы, знаете, как говорится, он уже описывает определенную траекторию. Этот бумеранг только заходит на траекторию, поверьте мне. Америка как государство следующие 25-35 лет будет угасать медленно, но очень больно. Поверьте мне. Они это уже прекрасно понимают сами. Нельзя сказать, что они дураки. Нет. Там наверху очень умные люди. В своей средней, как бы, вот там массе, да, допустим, населения, да, они не очень далекие люди. Такие, знаете, далекие люди от многих вещей. Вот. А наверху там, да. Но, к сожалению, вот это наверху там уже тоже начало уже, знаете, как это, медленно деградировать. Так что сейчас, понимаете, с Америкой будет то же самое, что было с Англией. Великобритания угасает на протяжении последних, там, грубо говоря, там 50, наверное, 70 лет. Но мощь Британской империи не сравнить даже с американской мощью, понимаете, в чем дело? Британская империя это был действительно колосс, каких мало вообще в истории человечества. Но тем не менее, Британская империя медленно угасает. И это прекрасно все видят и понимают, кто хотя бы хоть чуть-чуть задумывается над этим. Советский Союз тоже империя великая, Российская империя, Советский Союз. Тоже есть такие, знаете, моменты, где произошел надлом и дальше началось угасание. То же самое и с США. Это закон, понимаете? Дмитрий Анатольевич Медведев куда пропал? Я знаю, куда он пропал. Он не пропал. Насколько я знаю, Дмитрий Анатольевич Медведев сидит и сейчас греет место для Владимира Владимировича Путина. То есть он возглавляет Государственный совет Российской Федерации. Это как бы вот Государственный совет, после того, как мы внесли изменения в Конституцию и проголосовали, стал как бы одним из самых важных органов в стране. Государственный совет. Вот. Сколько было у Англии колоний? Вы знаете, над британскими колониями никогда не садилось солнце. Теперь можете себе представить, сколько. Индия, часть Китая, половина Африки,
Северная Америка. Можно перечислить. Австралия. Континент целый. Так что. Вот. Так что так вот. Поэтому Дмитрий Анатольевич греет кресло для Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, если он не пойдет на новый срок в 24-м году, то он просто-напросто возглавит Государственный совет. Вот. И будет дальше в тени, знаете, как я говорю, из ложи наблюдать за происходящим. И вмешиваться только в самые необходимые моменты. Или, скажем так, консультировать премьер-министра и президента страны. Вы посмотрите на статус Государственного совета, что он из себя сейчас представляет, что это за орган. Так что вот такие дела. И я считаю, что это правильно, кстати. Я считаю правильно. Предыдущий руководитель государства должен как минимум первый срок наблюдать за тем президентом, который пришел после него. Это правильно. Председателю Государственного совета подчиняется армия, МВД и структуры, как бы силовики, там ФСБ, ГРУ и так далее, и так далее. Что делает Шойгу в попечительском совете Ельцин-центра? Ну, какие у вас есть варианты? Давайте подумаем вместе. Вы же понимаете, да, что такое Ельцин-центр и какое вообще в народе отношение к этому гнезду, которое, я думаю, наверное, если не каждый третий, ну, даже, я думаю, каждый второй просто хочет его нахер сжечь к чертям с собачьим. Вот. Я думаю, что он находится там для того, чтобы понимать, а что там, собственно говоря, происходит в нем самом и вокруг него. Вот и все. Это тот случай, когда можно контролировать происходящее, да, вот, ну, следить за информационной повесткой и так далее. Поэтому там находится Шойгу, один из самых приближенных людей Владимира Владимировича Путина. И я не исключаю, что Шойгу будет следующим президентом после Путина. Я могу ошибаться. Ну, это просто мои измышления. Хотя, может быть, сразу и Мишустин станет. Так что вот такие дела. Поэтому посмотрим. Интересно будет. Сейчас важно выборы. Выборы сейчас важны. Давайте думать об этом. Ближайшее событие, которое будет очень серьезно отражаться на нашей с вами жизни, это выборы в Государственную Думу и в местные органы, так скажем, политической власти. Не-не-не-не, мы не можем закрыть эту лавочку, друзья мои, послушайте, ну как на нас будет смотреть весь остальной мир? Вот представляете, допустим, там в Америке, там, не знаю, там какой-нибудь там закрыть там какую-нибудь там библиотеку или имени Авраама Линкольна, да? Ну как на нас посмотрит мир? Нет, нельзя. Президенты должны иметь неприкосновенность. Президенты должны иметь памятники. И да, возможно, Ельцин-центр должен тоже существовать. Возможно, его нужно переформатировать. Ну, немножко, так сказать, поменять его предназначение. Понимаете, о чем я, да? А нельзя сносить. Послушайте, ну, у нас есть соседнее государство, где там регулярно сносят памятники, в том числе, как бы, и заслуженным, да, людям достаточно, да, сносят памятники, а президенты там, ну, там разбегаются кто куда, или там, скажем, готовы в любой момент сорваться и убежать. Ну, это дикость, ребята, это средневековье. Я же говорю, что Украина – это Европа, только средневековая. Нам не надо уподобляться. При плохом отношении к Ельцину всего народа, мы-то с вами знаем, да, что было за времена Ельцина и что он из себя представлял. Но он был президентом страны. Мы не можем позволить того, чтобы там его памятники сносили, там центры закрывали и так далее. Пускай стоит. Петр Первый тоже был, извините, тиран
и на костях, как говорится, построил империю, допустим. Претензии же к нему есть? Есть. Так к любому руководителю страны можно предъявить претензию. К любому. Вы же не знаете, какие, как говорится, допустим, там президенту приходится принимать решения, какой грех брать на душу там, и там на совесть там, как бы, да, для того, чтобы страна там существовала элементарно. Вы же поймите, какое время мы живем. Сейчас, как говорится, любая слабина и государства нету. Понимаете? Или в государстве хаос и полный вообще бардак и мрак. Поэтому нельзя. Есть правила, понимаете? Есть правила, которые нельзя нарушать. Везде, в любой стране, если президент не является преступником против народа, не совершил преступления, нельзя как бы это. Можно ограничить упоминание о нем. Можно как-то снивелировать, как бы там перенести куда-нибудь его памятники. Но уподобляться дикарям, сносить там памятники, там разорять могилы, там сжигать там, не знаю, там дом, в котором он жил, я считаю, это неправильно. Мы все знаем, что Ельцин гандон, мягко выражаясь, да? Вот. Как и Горбачев. Но и тот являются историческими личностями в нашей стране. На их примере нужно учить подрастающее поколение, рассказывать. Вот вы не в школе, не в институте, не в Ельцин-центре, а вы должны рассказать своим детям и внукам, кто такой Ельцин, как при нем жилось, и так далее, и так далее. Тогда будет этот Ельцин-центр или его не будет, ваши дети будут знать правду. Это очень важно. Ну, я, наверное, долго и сумбурно говорю, просто, ну, хочется как-то, знаете, культурно не употреблять, что называется, нецензурную брань, говорить об этих людях. Ну вот, вы можете себе позволить такое слово. Я, к сожалению, личность в каком-то плане несущая, как говорится, добрые и светлые в массы. Поэтому, к сожалению, ограничен, так сказать, в словарном запасе. Вот. Так что вот так вот. Нет. Надо в Ельцин-центре надо честно рассказать про то, как мы с вами жили при нем. Не так, как они нам рассказывают, там, в Ельцин-центре, рассказывают и показывают, да, что называется, срут в мозги детям нашим. А по-настоящему в Ельцин-центре это должен быть музей 90-х годов. Самый что ни на есть. Чтобы можно было прийти, потрогать руками, посмотреть и так далее. Вот в чем дело. Вот так вот надо. И поэтому там находится Шойгу, да, который, собственно говоря, ну, внимательно следит за деятельностью этой организации. Он смотрящий за Ельцин-центром. Ну, в общем, вот так вот, да? Ёлочка моя, да, растет. Мы решили еще ее подержать. Не хочу ее пересаживать, а вдруг не приживется. Что-то так какая-то... Я привязчивый, вы знаете. Беларусь, здрасте. Вот в Беларуси, я уже в прошлый раз говорил. Очень хорошие подписали документы. И я надеюсь, что с мертвой точки сдвинулась... Скажем так, наша взаимная интеграция. Взаимная. Через пару десятков лет, я думаю, Путина не назовут. Потому что... Нет, понятно, что найдутся люди, которые, наверное, об этом скажут. Они, в принципе, и сейчас есть. Но я думаю, нет. Во всяком случае, мои дети точно о нем так не скажут. И внуки мои не скажут. Потому что я им расскажу про то, как все было, как я жил. Я им и про 90-е расскажу, и про 2000-е. В Германии вовсю идет предвыборная суматоха. Пускай идет, что делать, я знаю. С одной стороны, жалко, что Меркель уходит, а с другой стороны, я понимаю, что она по здоровью не тянет. Ну, просто нужно отдавать себе отчет, что, к сожалению, Меркель по здоровью уже не тянет. Днепр, привет, вижу. Я похудел? Ну, да, я похудел. А что? Плохо выгляжу? Я похудел, значит, ну, на то были объективные причины. Мне так нравится, скажем. С
Егором поддерживаете отношения? А куда я денусь? А куда я денусь? Он мой брат. У нас общие родители. Конечно, поддерживаю отношения. Костанай. Здрасте, Костанай. Здрасте. Извините. Спасибо. Ну, я похудел, потому что, во-первых, у меня как бы, ну, с желудком проблемы. Потом у меня возраст. Все-таки, понимаете? Мужчины же как с возрастом? Есть две категории мужчин. Есть мужчины, которые с возрастом худеют, а есть мужчины, которые с возрастом толстеют. Я надеюсь, мне повезло, что я буду из тех мужчин, которые худые и стройные. Ну, честно говоря, я был, слушайте, я был как бы, ну, в весе, в массе своей. Но, честно говоря, мне не очень понравилось. Я вообще хочу сделать, знаете, такую подборку по годам. Ну, вот, где-то, так знаете, выбрать одну фотографию там из моей кинематографической деятельности. Одну фотографию прям с самого начала моей деятельности. И вот каждый год какую-то вот фотографию и так далее. И составить такое портфолио, как я менялся, потому что, ну, у меня там вес скакал туда-сюда, волосы были длиннее, короче, но тем не менее, как я менялся, как бы, да, в эти года, просто интересно посмотреть. Во, кстати, товарищи, девочки, которые ведут мои фанатские аккаунты, вот вам техническое задание, ну-ка сделайте такую подборочку моих фото. Ну, в смысле, внешности. Но только это должна быть какая-то вот такая фотография. Сделайте подборку фотографий по годам. Мне просто интересно посмотреть. Ну, на ваш взгляд, я не буду там, когда там, ну, настаивать или там что-то рекомендовать. Просто на ваш взгляд. Вы все довольно-таки творческие товарищи у меня, что меня радует. Поэтому мне вот интересно самому просто посмотреть. Так, а сколько у нас время? О, да, уже время. Так что так вот. Спасибо. Да, друзья мои, я приехал. У меня завтра машина в 6:40. Встать, значит, надо в 5. Нет, в 5:15 встану. И да, у меня завтра просто съемка очень ранняя, с утра. Мы снимаем завтра в СИЗО. Так что будем заканчивать. Сейчас немножко уже съемочки уже заканчиваются, сейчас немножко еще предвыборная суета, и потом там, ну, уже буду посвободней. Вот. Да, я кушать хочу, точно, вы угадали. Да, мне еще нужно успеть приготовить, потому что я же сам себе готовлю кушать. Ну, это меня так, знаете, я вообще люблю это делать, и меня это немножко, ну, как бы стимулирует в целом. Вот, поэтому еще надо успеть приготовить, поесть и ложиться отдыхать, потому что завтра... Эх! Мне неинтересно Маша Шукшина, простите. У нее как бы свои тараканы в голове, у меня свои, и это очень разные тараканы. Я не слежу за ее, скажем так, политической деятельностью, или там, не знаю, как она там себя позиционирует, поэтому ничего не могу сказать. Что готовите? Я сегодня сделаю японскую яичную лапшу с креветками. С креветками. Вот. И легкий салат. Так что так. Кто-то раньше. Спасибо. Да, я всех вас обнимаю. Давайте, вы женаты? Очень странный вопрос. А как вы думаете? А Катя Гусева? Катя Гусева примерно то же самое, но у нас тараканы близки друг к другу. В чем-то. Ну, не во всем, но близки. Но не следил, честно говоря. Спасибо за эфир. Привет из ЛНР. Привет. ЛНР и ДНР, вы там объединяться, я там слышал, хотите, да? Ну, слушайте, с точки зрения вот стратегически, это очень важный и очень правильный шаг. Удачи вам, удачи вам. Ну, я рассуждаю как стратег и тактик, да, то есть, ну, как бы, чтобы было понятно, что с точки зрения вот стратегии в целом, это правильный шаг. Как это будет сделано тактически, ну, это вам виднее, вы там на месте. Почему сам? Ну, потому что я люблю готовить, в конце концов. Я готовлю много, часто. Я скажу так, что я готовлю чаще для всей семьи, чем моя жена. Вот серьезно говорю. Ну, я люблю просто готовить.
висела без звука. Ну, бывает, ничего страшного. Да. Да, все, ребятки, всех обнимаю. Все, да, идите кушать, спасибо. Да-да-да. Все, пока-пока, а потом расскажу рецепт. На самом деле все очень просто. Питайтесь простой пищей. Вот не надо вот этих вот, как говорила моя бабушка, финди-минди. Вот, питайтесь простой пищей. И питайтесь той пищей, которой питались ваши деды, прадеды, родители и так далее. Поверьте, вы будете здоровее, чем будете там питаться там какими-то там средиземноморскими, там китайскими, вьетнамскими, не знаю, там французскими кухнями и так далее. Ешьте то, что вы состоите из того, что ели ваши предки, собственно говоря, и чем они вас кормили в детстве. Вот так и продолжайте. Все, пока, обнимаю всех.